Всем привет! Получили сегодня 5 посылочек. Сейчас мы будем их вскрывать. А чё бы их не вскрыть-то, я извиняюсь. Откуда посылочки? Из Китая городу, деточка. Ёшки, матрёшки. Видать, чё? А, надо вот так. О боже, что это? Чу! Чехол уже пришел. О, господи. Тю, да я его не ждала аж так рано. Я бы сказала, как чего не ждешь, а оно пришло. Тю, я красный заказывала. Матерь родная. Тю, он так криво жопу открывается. Да, оно тут на уголочке. О божечки, ну вещь прикольная. А для чего чехол? Складывать туда диски для стемпинга. Вот так. Заказывала, оказывается, красный. А чё б нет. Так. Вторая посылка у нас. С чем? О, боже мой. Наклейки уже пришли. Амено. Так, так. Да что это такое-то? Господи. Ишь ты. Че там вам видно, нет? Вот так будет видно. Смотри, какие классные. Тю. Обосрака. Супермен тю. Да, как? Там с порнухой с какой-то. Но там просто нельзя было выбрать. Там чисто 12. И все, какие именно продавец предлагает. Китаец предлагает по степени своей испорченности, короче. Да. Прикольный. Так, а вторая часть... А вторая часть с котятками. Котятки, какие-то деревья. Какие-то бабы с королями, цветы. Что там? Подожди, я сейчас тоже почитаю. Так опять котятки. Какие-то бабы. Котятки. Бабы. Полубабы. Котятки. Черти что какое-то. Полубабы. Котятки. Так, ссылочка всё. Внизу. Да, ссылочки будут. Внизу. Так, дальше что у нас? Блин. Камеру, блядь, не прокинь. Ай, я не могу, блядь. Ой. Тихо, аккуратней. Что там кота несет? Да. О боже, что это? Я не знаю. Тю. Браслет уже пришел. Неожиданность. О божечки. Неожиданность. Вот я, кстати, что-то не подумала. На кой черт я заказала черный? А черт нет. Да я хотела белый, а заказала черный. Ну, бабы. 100 пятниц на одной неделе, прости, господи. Да что там такое-то, господи. Вот так. Вот так, блин. Нет, что-то так не застегнуло, что рука перестала дышать. Прикол. Так. Ромбики. Надо их, наверное... Что-то как-то непонятно. Одну секундочку. Все поперехезано этими ромбиками. Буду теперь собирать. А что пропадать добро? Ага. И взорвало короб. В общем, вот. Я показываю. Ага.
такие крупненькие. Ну, я специально заказывала крупненькие, потому что мелкие у меня есть. Всяких разных цветов. Ну, в общем, к Новому году покупка зашибися в доску называется. В хорошем смысле. Да, самый лучший смысл. Зашибися в доску. Так, что у нас дальше? Блин, вообще не думала, что хоть... это сейчас все поприходит. Ты все показывай лучше на камеру. Да что их все показывать? Ну, людина будет покупать, будет смотреть. Нахер. Цвета одинаковые, эти цвета разные, формы одинаковые. Не, ну цвета-то смотри. Люди как раз и смотрят, покупать, не покупать. Там на сайте можно посмотреть. Видите, слава. Сейчас буду еще их по пакету. А это что? Еще ромбы пришли! Ей, еще какая-то. Ты что, на 10 лет вперед ромбы покупала? Нет, это... Забыла, как фигурка. О, какие клёвые. Октайдеры, а это ромбы, наверное, да? Да. Блин, офигенно. К Новому году, блин. Что еще лучше можно заказать, я извиняюсь. Этот один диск для пробы. Аналог Пуин, но... Пуин что-то в Россию не доставляет. А через закупочки покупать что-то как-то... Приходит. Да. Так, еще там шли рандомно 50 разных наклеечек. 50? Да, разных. Мама мия, ешь, дал мия. Блин. Забавно. Ой, не могу. Давай какие... их расхерачим и собаки скормим. А басы мы подожжем. Крутяк. Ну, я прям не могу. В общем, заказывайте, не пожалеете. Все разные. Видно, нет. Но действительно все разные. Не, может, конечно, какая-то парочка и повторяется, но... Вон, даже, в принципе, Микки Маусов взять. Розовый и сиреневый. Черный, красный. Господи, у меня этот дальтонизм уже начался на старости лет. В общем, крутые наклеечки. Точно прям рекомендую. Так, что у нас там дальше? А, эти же ромбы. Господи, эти циклоэдеры. Как там ты сказал? Октайдеры. Октайдеры. Херяйдеры. Ой, что забыть сразу. Вон какие. Тё, а чё он мне два сиреневых прислал? Вот уж косоглазы. Прости, господи. Может быть, тю. Он нетрадиционная сексуальная ориентация. Тё, опять розовые. А чё он мне столько розовых прислал? Блин, сиреневые. Как цветопередача там вообще? Сиреневые, какие-то бледно-сиреневые. На камеру вот так вот, на Не, ну я пытаюсь мотать. Короче, цвет один. А толку ноль. А оттенки разные. В общем-то, конечно, они в любом случае прикольные в хозяйстве пригодятся, но можно вот было это... что-то разное. Да. И... Вот тут еще это. Нет, вот это. Что у нас тут? Поглядим. Что у нас тут? Паром-папам. Кто первый угадает, тому трусы новые в подарок по почте. Не угадал никто. Потому что я сама даже не знаю, что это. Боже мой, что это? Подарок еще в пакет какой-то прислали. Трусы. Тю, это же это! Можно на Новый год съюзать, кому-нибудь подарить. Это, туда можно хомяка положить и душить его. Да, и чтоб он там мчил. Чё это, галстук, товарищи? Галстук, блядь. Тима, мать. Ну, обосраться теперь. Я и вообще не помню, чё я там куда, когда заказывала. Заказала.
Галстук, оказывается. Ну чё, приколё. Ой. С такой ещё перетяжечкой. С другой стороны, такие зажимчики. Ну что ж, сняли видео. Все пришло, что заказано было. Как доказательство, если бы китайцы что-нибудь мне туда не доложили, это видео бы пригодилось бы для Алиэкспресса. Но поскольку все пришло как надо... По китайскому материться не умею. Да. Все равно. То все нормально. Видео останется в аналах истории. Спасибо за просмотр. Будут вопросы какие, пишите. Вопросов не будет, тоже пишите. Захотите заказать на Алиэкспрессе? Да. Пишите за консультациями. Да. До свидания. Удачных покупок.